Вот начинает эта большая. У него маленькая. Ну посмотри, может лопатой надо подложить. На месте надо стряхнуть, он ее не завезет. Ничего не получится, он говорит, мало ему. Делать? А? Сваливать? Свалить, я показал. Дальше, дальше. Давайте дальше отходи. Все. Как они мамку любят, как встречали. Ну-ка. А мы ждем. Ну, она окосилась? Да. Веселенькая. Вот они. Вот. Ну, видишь, что делаем? Ну, да. Этот не смог дать Женя, что-то там сдал. А потом, говорит, грейдер. А мы без грейдера лопатой хотя бы сравняем сколько. Ну, да, да. Ну, хорошая дамба. Хотя бы, да. А? Доделайте до конца, потом и скажем. Ну, а сейчас-то видно, что не так, что было? Тут на одном колесе ехать надо было. Все равно страшновато. Ну, давайте, с Богом. Вот сегодня работаем на дамбе. У нас получается 16 число сегодня. Засыпаем второй мостик песком. Вот Игорь Барабаш подвозит куном своим. Рассыпает потихоньку. Вот, а Игнатий наш разравнивает. Потом еще тут грейдер должен подойти, будет разглаживать, более ровно делать дорогу. Беги за ним, все. Я поправлюсь. Все. Что, мне сюда не возвращаться? Все, там как было, так и иди работай. Помогай ему. А я разберусь тут сам один. Это вот Володя специально позвал, чтобы тут он заснял, как дело идет. Вот это все приходится разравнивать. Сколько вот это вокруг растет. Корень солодки. Вот нынче как здорово здесь потрудился Леонтьев Алексей Лаврентьевич. Он оттуда вез. И вот теперь это наша дорога. Как дорога выходит, я так посчитал. В общем, 300 шагов. Ну, шаг, если взять даже 90 сантиметров, вот,
почти 270 метров я большим шагом шагал. Ну вот рядом второй мостик. Это вот сток сделали. Это вот бордюр такой сделанный, валик. Ну, прокопали 8 таких отверстий, чтобы вода стекала. А уж что будет, как Бог даст. Вот. Все эти кучи песка убрали. Вон только видно, желтеется. Что, выходит, еще надо, да, машину? А, еще два КамАЗа. Еще два КамАЗа. Заказал я сейчас. Все. Больше половины засыпали. Спину извертел, не чувствую ничего. Все. Игорь говорил, мне, говорит, на 3 дня, а до обеда сделали. В 6 раз напуган был.